Всем привет, дорогие друзья. Как и говорил я в предыдущем видео, заказал я два телефона Xiaomi Redmi Note 5 по цене 2600 рублей за каждый. Сегодня, проснувшись утром, собиравшись на работу, зашел опять пандал. Как видим, на часах у нас 5:59, 6 утра по московскому времени. Заходим на сайт пандал. В первую очередь я решил отследить, каков статус заказа. Заходим в профиль, заказы. Как видим, два телефона, то есть цена 2635 рублей, ожидает отправки. Но ожидает отправки, то есть, не знаю, в принципе, собрано все, я так понимаю, продавец подтвердил заказ. Заходим, выслал трек номера Латвии, я так понял. Латвийский, что один, что второй, то есть, в принципе, трек номера, они не совпадают. Нажимаем отследить, то есть трек номер, доставка бесплатно, дата доставки 24 февраля, 16 марта. Посмотрим, гарантия до 15 мая на возврат денежных средств. Но сидел, подумал, я думаю, решил еще один заказать. Думаю, пусть будет три, ладно, если что, один там продам кому-нибудь за эту же сумму или чуть выше, чтобы отбить. Но захожу и вижу изначально, то есть где-то полчаса назад до записи видео было написано, извините, товар распродан. Сейчас, то есть, ценник товара повысился 12 438 с учетом 20% скидки по промокоду. То есть, черный, либо, белый в золотистом корпусе. То есть, без разницы, продавец. Количество заказов 8762 заказа. По 2000, когда был товар, все это дело остановилось, если я не ошибаюсь, на 8500 заказов. То есть остановилось и все. То есть товар был распродан. Кто, в принципе, успел, пишите в комментариях. Будем ждать данной посылки. Разносить пандау в случае чего. Еще с одним блогером я списался, Он тоже заказал себе два телефона по низкой цене. Будем ждать, будем ожидать, что нам скажут, как все это будет доставляться. Но пока в ожидании. Но видите, в статусе закрытых их нету, то есть отмены заказа по факту не было. Значит, товар в принципе ушел. Сколько он будет идти, неизвестно. То есть видим два заказа, у меня разница в 2 часа, то есть между заказами. Ссылка на продавца будет в описании, ребят. Если будем отслеживать, как только начнутся биться треки, то есть по программе 17 трек, на сайте 17 трек, то есть сразу же я вам запилю такое же видео в лайв-режиме, потому что я сейчас сижу в машине, прогреваю машину, на улице 0, еду на работу и параллельно в лайв-режиме записываю вам видос. Будем ждать, как говорится. Пишите комменты, кто заказал по этой же цене. Будем, если что, бороться. То есть писать петиции какие-нибудь на пандау, жаловаться и так далее. Но будем все-таки говорить, как говорится, надежда умирает последней. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Пишите обязательно комментарии. Всегда буду рад ответить на ваши комменты. Всем спасибо, пока-пока.